добро! Что ты ищешь? А почему ты спрашиваешь? Можем и дальше припираться. Или я могу тебе помочь. Идем, пока сокровища еще можно спасти. Спасибо, друг. Надо позвать на помощь. Ты любишь нашу историю, Сенни? Баек. Я сражаюсь за нее. Я Каника. Ищу великую реликвию. Она принадлежит храму. Достойный мотив. Папирус Пенту содержит ключ. Я хотел купить его у торговца. Потом темнота. Я очнулся в камере, и меня обвинили в убийстве. А папирус бесследно исчез. А ты соображаешь. Но без текста Пенту, Нек, он мне нужен. Где тебя схватили? К югу отсюда, у горных троп. Ты же вернешь его, брат? Я отправлюсь на место раскопок. Солдаты не должны найти сокровище первыми. Украденный папирус. Поиски реликвии. Как интересно. След. Кого-то серьезно ранили. Он не мог уйти далеко. Канике нужен этот папирус. Так что... Навоз, но лошади нет. Теперь понятно, как скрылся вор. Заколот ударом в грудь. Отдал жизнь ни за что. Он отбивался от вора? Канике нужно будет разобраться с этим на месте раскопок. Пошли прочь с дороги!
проклятые солдаты. Их жадность разрушает нашу историю. Ты нашел папирус? Кто его взял? Неважно, реликвия, вот что главное. Скорее, они ищут с удвоенным рвением. Нет, не может быть. Я надеялся, но это невероятно. Нам нужно в пещеру Вечной Скорби. Веди Каника. Я убью любого, кто посмеет помешать нам. Отлично, они копают не там. Сможешь узнать реликвию? Я пойму. И много ты получаешь, спасая реликвии? К стыду своему я жил контрабандой. Я выплачиваю Египту большой... Вы уничтожаете наше наследие! Мы восстанавливаем историю! Вы не получите сокровища фараона! Зажигаю огонь! Ты поплатишься! На помощь! Вот это место. Пещера Вечной Скорби. Какая красота! Взгляни, Байек! К стыду своему я жил контрабандой. Я выплачиваю Египту большой долг. Нет, ни... Не может быть! Что? Ты нашел что-то? Не ее, Байк. Их. И они прекрасны. Золотые рукояти, клинки из небесного металла, лилия и шакал в узоре. Прекрасные кинжалы. Они нечто большее. Это клинки самого сына Атона. Тутанхамона. Кинжалы фараона? Что они здесь делают? Я не знаю. Его гробница затеряна в пустыне. Вот, возьми их. Я же не вор, Каника. Я не позволю Лотосу и ей подобным издеваться над историей. Пусть они достанутся преданному слуге Египта. Я напою их кровью мерзавцев, что попирают нашу историю. Вот это дух! Да не потускнеет их рукояти в твоих руках, Байк. Я отправлюсь в деревню Проклятой Луны, преподав пару уроков там, где бандитов.